Телеканал КРТ представляє. Ваша позиція зараз не змінилася розчаруванням, адже війна знову йде, шостий рік поспіль. Діти гинуть. Ой, я слушала Колю, і, звісно, в ужасі то, о чому він говорить, що діти привикли. Разве можна привикнути к біді, горю, к вистрілам? Ми повинні слышати дитячий сміх, повинні бачити щасливим, веселим ребенка. Я ніколи не прощу власть, ні прежню, ні нинішню. З прежньої, що вже говорить, шакальйо ушло, хоча вони зараз намагаються взяти реванш. Но якщо говорити о власті Зеленського, він прийшов теж на волні обіцяння, що закінчить війну. На самом деле війна продовжується і дуже велике опять кількість жертв, що зі сторони взрослих, що опять гибнуть діти. Я хочу обратиться сейчас к Зеленскому и сказать: господин президент, вам доверили голоса люди свои. Поэтому обратитесь за помощью к людям, если ваша команда вам не может помочь остановить эту кровавую войну. Наберите профессионалов, наберите честных людей, которые знают, как вернуть мир Донбассу. 6 лет идет кровавая бойня. Брат убивает брата. Гражданская война. Кто бы что ни говорил. Для меня Донбасс – это боль, для меня Донбасс – это кровь, это ком в горле, это позор Украины. Сегодня Украина не мать Донбассу. Все кричат: Донбасс – это Украина. Так как же мы его вернем, если мы в него стреляем? Дякую. Пані Люба, чому, на вашу думку, зараз ще більше загострилися обстріли, і дехто вважає з експертів, що діло йде до повноцінної війни, гарячої стадії війни, вже не окопної. І ми з вами розуміємо, що ми не є військовими спеціалістами, але коли, скажімо, та сторона, яка захищається, вона, ну, співвідношення тих, які нападають, до тих, які захищаються, 1:6. Чи витримає українське суспільство десятки тисяч нових похоронок? Ви знаєте, вот дед, откуда слабожанщина. Дед Михайло, он назвал себя. Дед Михайло сказал, что мама – ребенок войны. Тогда был понятен враг. Пришел немец и топтался по нашей земле. А сегодня беда. Брат идет на брата. Понимаете? Вот это страшно. И что такое война? Это депрессия, это раненые люди. Люди, у которых нарушена психика, и у них у всех на руках оружие. И сегодня доказано, смотрите, там на рыбалке поубивали друг друга. Каждый день где-то идет. Вот в Америке тоже поехал наш атовец, воин света, и на грузовике задавил много американцев. Вот вчера в новостях рассказывали. Это же кошмар. Поэтому мне кажется, что я буду критиковать Зеленского. Я имею право. Когда мы его избрали, он сказал: вы все тоже президенты. Мы ему поверили. Я за него не голосовала. Сразу говорю, я не голосовала. Многие голосовали против Порошенко. Но он же обещал нам остановить войну, рассмотреть русский язык, вопрос земли. Ничего этого не сделано. Дело в том, что у него все время меняется команда. В команде, правильно, вот вы сказали, нет профессионалов и нет желания. Они другой раз нажимают кнопки, даже не зная, за какой закон они голосуют. Поэтому все во власти Зеленского. Пусть не рассказывает сказки. Захотел, пришел к власти, убрал парламент. Тут захотел, политичную волю. Конечно. А он заигрывает с радикалами. Он не так даже Америки боится, как радикалов. Они с одной стороны жмут ему руку, а с другой сдавили за горло. Вы вважаете, что таким вот, скажем, хоча бодай поширенням інформації про такі от особисті трагедії, які, по суті, показують національну трагедію, можна досягнути діалогу? Вы же знаете, что детей, которых не любят в детстве, мы получаем взрослых, которые не способны любить, которые будут тоже иметь агрессию и будут участвовать в насилии. Який термин «недолюблена дитина»? Да. Поэтому я считаю, что путь мира – это признание ошибок, прежде всего. Это диалог и поиск компромисса. То есть нужно садиться за стол переговоров однозначно. Нужно выслушать и ту сторону. Потому что по обе стороны конфликта страдали дети и старики. Причем мы бросили 50 тысяч инвалидов первой группы в Луганской и Донецкой области. За 2 года ушли около 10 тысяч. Никто им не помогал, не оказывал гуманитарную помощь. Я всегда обращался к общественным деятелям Западной Украины. Я говорю, на Донбассе, когда узнали о наводнениях, собрали гуманитарную помощь на миллионы долларов. Шахтеры, коксохимики, металлурги работали смену бесплатно, чтобы собрать, помочь. Потому что когда люди в беде и нужде, им нужно помогать.
Почему люди, которые видят, что страдают дети, страдают инвалиды первой группы, если государство от них отворачивается, почему общественные деятели не могут объединиться, не начать помогать?